Маленькие машинки вижу. Ну, выиграл бы я, да, километров 50. Ну, я вот как отрезала, не помнил путь от Улан-Удэ к Чите. Мегафон уверенно поддерживает связь, 75%, и в формате LTE. Но ни о чем не будем жалеть. Догадался я ставить метки в Яндекс.Навигаторе. Но это заняло бы очень много времени, каждую точку отмечать. Инфраструктура, вот я пока смотрю от Хилока до Улан-Удэ, довольно-таки неплохая. То есть уже проехали, по-моему, два места, где можно было бы остановиться на ночевку. Все-таки, наверное, включу я левую камеру. Постараюсь, наверное, поставить. 58.80, такая же цена.
самая ферма Омни. Площадку с правой стороны, чтобы можно было подключить сервер видеокамеру. Пересекать нельзя. Или можно, вот не помню. Так. Но нет, не получится, подруга, там неровная дорога. Поэтому и поедем. R258. Так, где камера? Вторая камера, вот она. Закрыть.
включил сильвер, пошла запись на левую камеру. В общем, я как елка серпантини, и как он называется этот, со всех сторон камеры. Но искусство требует жертв. Кто-нибудь видел меня сейчас? Камеру нужно будет карту менять через 4 часа. Пусть будет через 3. Значит, 4:33. Да, чтобы не запутаться. Потому что на левой камере стоит карта памяти 32 гигабайта. Ну и хватает до 4 часов. Но там можно ошибиться и начнет писать по новой, то есть удаляя первые файлы. Натуральная, как елка. Вот в этом проводах. Так, скорость сбрасываем. Так, максимум. То, по-моему, на сервере нет функции стабилизации. Найден более быстрый маршрут. Не нужен мне твой более быстрый маршрут, блин. Там дорога неровная. Сервер, он очень простой видеорегистратор, там не отражаются координаты, просто камера и все. Ну вот он сейчас снимает населенный пункт Закульта. Почему я не снимал
на севере раньше. А одной из причин было жесткий диск внешний. Некуда было бы сбрасывать видео. Но на сервере тоже стоит фильтр поляризационный. Он сейчас снимает железнодорожный состав, который движется в сторону Читы. Запись веду на 3 камеры. Левую сторону, правую и фронтально. Фронтальная передняя камера. Лучи солнца пробились сквозь облака. Теперь нужно поглядывать за экспозицией. Позволяет камеру разворачивать вперед и назад, вверх-вниз. Сам регистратор маленький, можно его крутить 180 градусов.
16 декабря этого года должны закончить. Что здесь, светофор или что? Какое бы внимание уделяли Р-504, запутаться бы с картами памяти, блин. И для Сильвера у меня 3 штуки по 32 гигабайта. Thank you.
открывают такие. А вот открывается панорама. По-моему. Справа печное отопление, вот это углем, дровами, наверное. Температура нулевая. Панорама и деревья.
для создания, попытка создать беговой фильм о Забайкалье. Я не помню, на сколько камер снимал Нину и Колыму. Но на одну камеру фронтальную и одну боковую, это точно. Говори, говори.
Он мигнул аварийкой, поблагодарил, что я уступил место. Я его задним огнем. Типа увидел, понял. В принципе, вчера можно было бы двигаться без опаски, без опасения, еще километров 100. Ну, конечно, уже был бы полумрак, закат, панорама была бы, конечно, гораздо скуднее. Я имею в виду вид. Человек притомился, остановился поспать. На мой взгляд, если это так, то очень правильное решение. Не стал себя насиловать. Радиостанция молчит, как комсомолец на допросе. Я загрубил настройку. О, блин, начинается. Разговор будет слышно на канале.
надувные туши. Бутылка из-под воды щелкает. Движение на восток. Я допустил ошибку. Надо было ехать через Иркутск, то есть заночевать на площадке. Переключаясь уже на четвертую свою душу. Еще одна радость. 21 год, 4 километра. Участок ремонта.
нет взаимосвязи мостостроителей и дорожников. У каждого свои интересы. Подъезд к мосту хороший, а на мосту как колдобина. Так, тут реверсивное движение. Ладно, будем ждать. Когда загорится зеленый. Это мост делают.